Ребята, всем привет! Сегодня мне знакомые комрады привезли на новое место. Мы уехали далеко от города. Путь я сам не брал, потому что мы на целый день, ходить много. Сказали, тут хорошие места, находки по средневековью. Мы посмотрим, куда мне привезли. Очень далеко мы заехали, вот в горы. Так, наверное, все. А, у нас сегодня 6 ноября. И сегодня по синоптикам целый день дождь должен быть. Ну все, займемся поисками. Так, ребята, идет дождик. Так, у меня первый сигнал. Сигнал глубокий. Сейчас постараюсь показать. Вот. Похоже, сабля, шашка, либо окинак. Я так мечтаю о окинаке. Я в машине оставил. Как называется? На грудь крепления. Сейчас выкопаю, посмотрим. Вот уже видно очертание, ручка. Да, типа сабли, шашки, что-то. Так, выкапываю дальше. Длинная. Так, ребята, первый сигнал. Это палаш, палаш, похоже. Эти хазары, похоже. Ну, поломанный, видите, такой согнутый. Тоже находка. Место хорошее. Тут ручка. Ручка поломана. Да, я поковырялся пинпойтером в ямке. Это гарда. Да, это палаш был. Вот так здесь гарда была. Вот она. Да, палаш хазары. Жалко, сгнило все. Вот так это было. Жалко. Сейчас, а, вот так вниз, да. Сейчас вторую часть поищу. Отличный сигнал. Ребята, сейчас, наверное, обойду машину. Машина далеко. Крепление на грудь. Ребята, смотрите, у меня часть зеркала. Обалдеть. И сигнал в ямке идет. Надо дальше копать. Сейчас я сполосну его слегка и посмотрим, ребята, на рисунок вот этот. Обалдеть, вот это находки. Вот это место мне привезли. Шикардос просто. Помыл слегка зеркало. Смотрите, какой рисуночек. И оно было поломано в те времена. И согнуто было в то время. Обалденно. Сейчас дальше будем копать. Что там у нас появится? Красота. Просто красота. Так, все, продолжаем. Хороший сигнал. Смотрите, какая земля, блин. Земля просто сказка. Так, что-то упало. Вроде как монета, мне показалось. Вот здесь вот что-то кругленькое было. А, не. Черкесская застежка. Женская. Женская застежка. Целая. Это черкесы.
Интересно, целое серебро или посеребрение? Да, это посеребрение. Вот такая вот женская застежка. О, обалденно. Идем дальше. С утра шел сильный дождь. И сейчас покапывает. Вот такая природа. Так, ребята, в такой ямке глубина, не знаю, метров, наверное, 50. Пряжка. Пряжка железная. Странно как-то. Не бронзовая, не медная, а железная. Это тоже средневековье. Сейчас мы дальше идем. Все сигналы глубокие. Палаш у меня глубокий, пряжка глубокая, зеркало глубокое. Так, продолжаем. Так, продолжаем мы ходить. Находки идут и идут, когда много людей, много находок. Так, у меня. Чистить не буду, это окончание ремня черкесы. Не глубоко. Обычное окончание ремня бронзовое. Так, там меня еще зовут, надо к ним бежать. Вот такая находочка. Идем дальше. Комрадам нашим. Поймал сигнал, как фольга. Думал, фольга, не стал снимать. А тут такая вот накладка-украшалка. Наверное, черкесы, скорее всего. Здесь, видите, все в одном месте. И черкесы, и хазары. Все перебралось. Сигнал был как фольга. Вот, вот такая штучка. С такой вот патиной. Зелененький. Так, сейчас мы на этом месте будем ходить, ходить. Хорошее место, сигналов много. Погода опять портится. Сейчас, наверное, опять дождь пойдет. Так, общий план наперстков. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять штук. Пять штук наперстков. Вот на этом месте. Так вот. Идем дальше. Монет нету. Странно. Так, зовет меня комрад. У него колечко. Серебряное колечко. Еще раз повторю, чистить не буду. Время идет, дождик сейчас. Любой момент пойдет. Вот серебряное колечко. Вот такое вот. Идем дальше. Так, зовет другой комрад. У него вот такая штучка. Женская застежка, как у меня. Только это папа, у меня мама. Сейчас попробуем ее одеть. Оно не оно. Это не с того комплекта. Но вот так оно должно выглядеть. Справа у нас мама получается, слева вот папа. С таким шариком. Оно должно просовываться и крепиться. Вот так вот. Ну, отлично, отлично. Хорошие находки. Ну, видите, перемешалось. Черкесы, хазары. Я, наверное, это уже говорил, наверное. Все, продолжаем. Я не успеваю копать, только одному, то второму комраду. Так, у одного, другого комрада пуговка-гирька. И она серебро. Вот так вот, вот она. Целое серебро, блин. Серебряная пуговка-гирька. Я слышу у каждого, то там сигнал, то там сигнал. Когда я буду копать? Не знаю, ладно. Вот такая погода сегодня. Дождливая. То идет дождик, то прекращается. То идет, то прекращается. Нас это не испугать. Вид покажу. Ну, чтобы каждую находку не показывать. Так, окончание ремня. Это накладка на ремень черкесы. Вот такая штучка тоже у меня недавно попалась. Бронзовый гвоздь. Вот такие штуки. Общий план покажу. Потому что каждый снимать долго будет. Пока вот такие находочки у нас. Так, и мы продолжаем. Поймал сигнал. Там он был такой тоненький-тоненький. Сейчас ямку выкопал.
уже получше показывает. Так, что там у нас? Где-то близко. О! Это часть от застежки висела на ремне. Сейчас почищу и посмотрим. Дождь вовсю идет. А так, на тоненько поймал. Все, ждем. Так, помыл эту часть. Вот так она висела. Внизу висюлька была. А сзади должна быть еще металлическая площадка быть вот здесь вот. Она, внутри здесь проходил ремень. Это черкесы. Вот такая штучечка. А к этой что-то подвешивалось. Либо ремешки, что-то, может, еще что-то висело здесь. Так, дождик идет вовсю. У меня есть полиэтилен. Если сильнее пойдет, то оденем. Так, вот так, продолжаем. Находок много. Все кричат, все зовут. Так, и у меня наперсток. Чистить не буду, времени нету. Потому что идет дождик, сильный дождь идет. Вы, наверное, видели меня в дождевике. Так, дождик идет. Я в этом плаще, как не знаю кто. Это черный плащ. Смотрите, что у меня, ребята. Это застежка. Сейчас посмотрим. Ой, классно. Она состоит из двух частей. Вот как я показывал, женскую, папа-мама. Здесь то же самое. Вторая часть снизу заходила вот здесь вот. И закрывалась, такая кругленькая. Ой, обалденно. Нет, это медь. Медь посеребрением. Не серебро. Или серебро, не могу понять. Мыть неохота, времени мало уже. Вот такая застежка. Сейчас постараемся обнаружить, вторую найти. Блин, дождик выгнал нас, а мы далеко приехали, тут копать надо целый день. Ладно, продолжаем. Так, у меня окончание ремня. Думал, серебро, нет, тоже посеребрение, жалко. Да, находок много. Мы думали, место не бито, нет, ямки есть, кто-то ходил до нас. Вот такая штука. Продолжаем. Погода странная. Дождик налетает. Прям сильный. Прекращается. Потом мелкий, потом опять сильный. Так, у меня вот в этой ямке ножичек. Стандартный обычный ножик черкесов. Вот такая форма у них. Так, это у меня уже 4 ножа получается. Я не показывал, потому что... Зачем его показывать? Так, идем дальше. Вот такой ножичек. Вот минут 15 не было дождя, так хорошо. И опять пошел. Так, у меня такая-то штука интересная. Видите? Поломанная, жалкая. Тут какой-то рисуночек идет. Ювелиры. Черкесы. Что-то он здесь изображал, какой-то рисунок. Сзади ничего нету. Вот такая штука. Да иди ты в фокус сюда, иди. О. Так, дальше продолжаем. Это черкесы тоже. Продолжаем. Находок очень много. Место не битое. Находок очень много. Он в городе, высоко вокруг нас вот так вот. Так, продолжаем мы копать. Погода вроде нормально, опять наладилась. Так, у меня сигнал, не смотрел еще. Ну, вроде окончание ремня. Грязное. Да, окончание ремня. Сейчас помою все-таки, ребята. Не хотел мыть, ну ладно. Потому что сигналы идут, куча сигналов. Сейчас помою.
Какой-то рисунок есть непонятный. Не могу понять, серебро или посеребрение. Непонятно как-то. Но это да. Окончание ремня связано с ремнем, что-то связано какая-то штука. Но тоже интересно. Все, мы продолжаем.